Добрий день, слава Україні, смерть ворогам. Ми з Дніпра і вітаємо вас у проєкті «Історія по-дорослому» у циклі, присвяченому смутному времені на Росії, яке трапилось 400 з хвостиком років тому. А чому ми його вивчаємо? А тому, що те ж саме повторюється на Росії сьогодні. Нагадаю, почали ми з того, що розібрали спецоперацію, лівонську спецоперацію Івана Грозного, яка закінчилась феєричською військовою поразкою, і, власне, з того часу все почалось. Отже, минулого разу ми почали говорити про український фактор у смутному времені, про роль українського козацтва. Минулого разу ми зробили таку преамбулу і розказали про феєричний рейд Чорного Богдана з князівського роду Ружинських. Про Ружинських ми будемо говорити сьогодні, про нащадків Чорного Богдана. І, до речі, один з них, який буде діяти трошки пізніше, є найвідомішим гетьманом України. Подумайте, хто це, спойлерити не буду. Так от, розказали ми про його феєричний рейд. Він, власне, обігнув Чорне море. По дорозі наваляв усім. І от сьогодні будемо говорити про роль українського козацтва у смутному времені. А політичні інтереси у нас були завжди і на Москві, і в Польщі, і в Молдові. От про це ми будемо говорити з адвокатом, дослідником історії, паном офіцером Станіславом Ковтоном. Радий бачити, Стасе. Я теж радий бачити. Це у нас вже 11-та чи 12-та серія? 11-та серія. 11-та буде. Нашого серіалу історичного. Да. Отже, українські козаки. Одразу спойлер, сьогодні ми зруйнуємо ще кілька міфів. Да. Ну, це наша фішка. Любим. Це наша фішка, да. От, з чого почнемо? Ага. Давай, смотри, минулого разу наш Чорний Богдан обійшов Чорне море і усім показав. Вот. Давай, во-первых, в конце, за там 5 или 10 секунд до конца, мы все-таки скажем, кто был нащадком Богдана. Да. Обязательно. Чорного Богдана. Чорного Богдана. Вот. И вы удивитесь, потому что фамилия Ружинских, на відміну от Вишневецких, Сапег, которые более широко известны, людьми в Украине мало известны. И я, честно говоря, даже для меня это загадка, почему так это все происходит. И мы сейчас... Навіть про Острозьких мы все больше и больше знаем. Да, Острозьские, Вишневецкие, Сапеги, это все. А вот про Ружинских как-то это все обходит заговором молчания. И в этом тоже есть определенный момент. Прежде всего, российские, имперские, советские, современные российские историки обходят это заговором молчания по одной простой причине. В смуте, которая развернулась после гибели Лжедмитрия I, который, как мы знаем, был самостоятельной фигурой, и появился Лжедмитрий II, появился украинский конкретный интерес. И этот интерес будет длиться до определенного момента, когда инициативу окончательно перехватят уже поляки. Ой, я спойлерну, я спойлерну. В 1618-м украинцы взяли Москву. Да, так. Да. Они... Ну, про це пізніше будемо говорити. Це пізніше, но ми можемо зараз поговорити з тобою, що вони в этот раз взяли Москву і могли її взяти. І от я зараз розкажу, чому вони її не взяли. І от этот український фактор, якщо це пазл, огромний пазл, і якщо ми туди вставимо в эту мозаїку під названням «Смутное время», тоді все становится на свої місця, всім все становится понятно. Когда этого пазла нет, то, ну, советские историки изобразили это как национально-освободительное движение против поляков. Нации тогда не было, как мы знаем, они начали формироваться 30 лет позже, после Фестфальского мира. Значит, освободительно, кто от кого освобождал, потому что холопы как были холопами, так и остались, а бояры так и остались боярами. То есть там революции на броневиках не получилось. А поэтому это как бы все фейк, который был, в принципе, нарратив, использован Сталиным. Он, вообще Сталин в этой ситуации, он как говорит, товарищ Сталин, вы большой ученый. Кто-то вот пел из бардов там. И это правда, потому что он очень четко понимал визуализацию, кинофильмы. И вот, обрати внимание, при Сталине выходит серия кинофильмов, которые называются просто и, так сказать, как говорил Мюллер папаша, просто и со вкусом. Называйте меня просто Мюллер, да? Так вот здесь просто называли Богдан Хмельницкий, раз. Мощная массовка, съемки там в районе замков, бах-бах-бах и так далее. Потом был фильм «Дмитрий Пожарский». Это, кстати, единственный советский фильм, можете меня исправить в комментариях, проверить, про смутное время. Про смутное время не создано ни одного советского фильма в общее.
И вот только недавно был такой поп-боевик 1612 год Хатиненко, режиссера российского, жутко поганый, какой-то маразматично странный фильм, но хотя бы хоть что-то, скажем так, да, про это время. Все, больше ничего. И вот мы подходим к тому, что действительно, чего хотели украинские нобели, в частности, князь Ружинский, Роман в данной ситуации, и что он делал. И вот в лагере Лжедмитрия II, где до этого появлялся, ну, я не сказал бы всякий сброд, но просто, опять же, мы должны понимать, за что финансировались войска Лжедмитрия. Так. Сначала самого Лжедмитрия не было, потом его отыскали, за шкирку привели авантюристы. Да, поначалу это была авантюра, скажем так. Вот, и они финансировали за счет волонтерства, волонтерских денег. Угу. Они не финансировали ЦРУ, МОСАДом, я не знаю, там МИ-6 и так далее. А польскую корону. Польскую. Вообще поляки, обрати внимание, 3 года идет жесточайшая гражданская война, поляков нет. Но имеется в виду, есть отдельные шляхтичи, там солдаты фортуны, удачи и так далее. Но Сигизмунд с канцлером Замойским дистанцировались как от первого Лжедмитрия, так и от второго. Более того, там будет еще один момент, уже когда подойдут к Москве Войска Ружинского, угу, подчеркиваю. Вот, тогда был заключен вечный мир, как всегда у Москвы, всегда же вечный, ну, мир. Да. Потому что они всегда вечные миры заключают, да. И вот вечный мир с Сигизмундом, из Замойский, я забегая вперед скажу. Значит, и Сигизмунд приказал, ну как, не приказали, а они рекомендовали всем полякам уйти из войска Лжедмитрия II, это было прописано условиями договора. Mm-hmm. Потому что здесь столкнулись две матрицы. Московская матрица и польская матрица. Московиты никак не понимали, что если царь приказал, значит все должны сделать. И вот они тоже прописали, что если Сигизмунд прикажет всем шляхтичам вернуться в места постоянной дислокации, они скажут, ну извините, Сигизмунд приказал, мы собрались и все. А они этого не сделали, естественно. И они на это имели право, потому что были шляхетские вольности. Потому что шляхтич может да, сказать, а я не хочу, мы не тут цикавиши. Они вот не просто сказали, не хочу. У них была своя цель. В основном это была украинская шляхта, о которой мы говорили с тобой в прошлой серии, не существует для историков вообще. Что я понимаю, украинская шляхта? Это не литовская шляхта, имеется в виду старобелорусская шляхта. Это не поляки, а это наши природные вишневецкие, это наши природные... Даже Сапега я не считаю украинским шляхтичем, хотя он имел к нам непосредственно отношение, и братья Сапеги, кузены, они активно участвовали в смуте. Но вот Ружинский, значит, вишневецкий, они очень активно принимали. Они были православными. Ружинский потом, правда, в 1605 году уже в ходе гражданской войны перешел в католичество. Уже вот. Уния была укладана. Уже, да. То есть, ну, как бы тогда многие переходили, украинские шляхтичи или примыкали к унии, или переходили в католичество. Что ну, как пизнейше, Ярема вышли. По себе, да, совершенно так. Вот Ярема, у него же там вообще православная семья была очень серьезная. Ну, Могила тот же самый, родственник их, основатель Могилянской академии, или мать Раина Вишневецкого, которая основала Мгарский православный монастырь, который сейчас возле Лубин-Лубны, это столица княжества Вишневецких, магнатов. Поэтому, когда мы говорим с вами о том, что Польша захватила, как говорят, территории Украины после Люблинской унии, это абсолютно неправда. И вот я сейчас подхожу к самому главному. В лагере Лжедмитрия появляется Ружинский. Так. Он, как его описали тут авторы, был игроман, промотал свою, ну, российские авторы, да. На самом деле это был воин. И на самом деле он заложил свои имения для того, чтобы вот зачем финансировать армию. Он привел с собой 4000 гусар, тех самых знаменитых. Он привел с собой немецкую пехоту и так далее. Что он увидел? Он увидел в этом лагере Лжедмитрия II под Кромами разборы, как всегда, Кромы. Ну, Кромы, да, это ключевая, да, крепость, да. Разброд и шатание. Пьянские гулянки. Вот, кстати, между прочим, есть картина, вы в Википедии увидите, там Тушинский лагерь, тоже какой-то Репин очередной там нарисовал. Ну, я не буду... Если покажут, выведут, ну там такое, собаки гуляют, там валяет кто-то в шароварах, там обрыганный какой-то козачок, там, знаете, и в кости кто-то играет. Ну то есть какой-то, я не знаю, там, ну действительно, банда каких-то непонятно кого. В Тушинском лагере этого не было. Во-первых, Тушинский лагерь, забегая вперед, скажу, это был город. Построили избы, построили дворец отдельный деревянный, потому что стройматериалов было много, там рядом леса, быстро срубили. Более того, это была вот охраняемая крепость. Я нашел на ноутбуке, у меня я Тушинский лагерь, можно вывезти. Вот. И вот когда приехал Ружинский в этот Тушинский, ну, тот еще под Кромами, он посмотрел, он увидел, ну, вот, да, вот эту картину, там все гуляют, бухают, там валяются какие-то пьяницы и все такое прочее. Командовал всем некий тоже шляхтич польский уже, Меховецкий.
А российские историки говорят, что между ними была вражда, мол, Ружинский сместил Миховецкого, тут же набив ему морду, просто тупо набив морду. Профессийный воин. Профессийный воин, да. А, значит, потому что Миховецкий участвовал в рокоше Зебжидовского, так называемого, да, рокоше, и они как бы воевали между собой. Но это опровергается простым фактом, что деньги на армию Ружинский получил как раз у самого Зебжидовского, Николая Зебжидовского. Угу. Он пришел к нему и сказал: «Займи мне денег, вот тебе все мои имения, вот тебе все мои города, дай денег». И в той час ураганы на Польше. Да, и Зебжидовский одолжил ему денег. Поэтому здесь нет вопроса. Вообще шляхтичи сегодня рубили, завтра вот купили, они там мировая, то есть нормальное, все такое прочее. Война это была обычным нормальным делом, как и мировые различные соглашения. Да, здесь было другое. Лжедмитрия постоянно били, ну, царя, вот эта шляхта, немецкие ланскнехты, и говорили, где гроши, где деньги? Ну, почему? Это было наемное войско. Вроде бы как волонтерили, собирали там на Байрактар, или ну, как это сейчас называется там, да? А денег нет. И, а кто такие воины профессиональные? Ему глубоко до лампочки, за кого воевать. Ему главное платить деньги, а денег нет. И вот на той час это было так, да. Кому надо нации идти? Ще не було. Не було, да. Кому надо идти? Воевали за интерес. Ну, кто-то за интерес, а вот мы сейчас скажем, за какой интерес воевал Ружинский. И вот они приходят к Лжедмитрию и говорят: слышишь, паря, где деньги, Зин, как говорится, да? А он же, ну, мы знаем, что Лжедмитрий II уже был откровенно марионеткой, это не был самостоятельной фигурой. И вот Миховецкий крутил им и под него брал деньги, естественно, куда-то эти деньги растворялись. И, естественно, они говорят, как говорил Папанопола, говорит, если так дальше пойдет, мы разбежимся в разные стороны, так сказать, да. И вот Ружинский на это все посмотрел. Пришел Миховецкого, начистил ему фейс, так сказать, его обличье, выкинул его за шкирку. А когда Миховецкий начал там крутить и собирать банды, чтобы прирезать этого Ружинского, он просто сказал: отведите и прикончите его. Это при том, что это были оба шляхтича. Он не церемонился с ним. И поэтому Ружинский навел очень жесткий порядок. И фактически он был гетманом Соединенных Вооруженных Сил Лжедмитрия II. По сути, мы говорим Лжедмитрий II, мы понимаем до определенного момента Ружинский. Все. Вот мы должны понимать, что все вооруженные силы, даже такие страшные, откровенно люди, как Лисовский, потому что это было сборное войско. С одной стороны, ядро составляли гусары Ружинского, те украинские реестровые казаки, которые пришли, сейчас мы тоже о них поговорим, вот, или те, его частная армия. Туда примыкали различные казаки донские, Заруцкого в частности, он курировал эти вопросы. И были так называемые лисовчики. Лисовчики – это очень страшные люди. Это отдельная бригада, конная, легкоконная бригада, там, от 2 в разное время до 5000 человек, которые выполняли одновременно роль и разведки, и одновременно роль диверсионной группы. То есть это люди, которые не знали никому пощады. Например, у них существовало правило убивать всех, кого они увидят по дороге. Ну, рейдеры. Да, вот они просто шли по лесам, и вот кто им встречался, мужчина, женщина, купцы какие-то, они их просто вырезали. Не потому, что они были жестоки, нет, потому что они были жестоки. Но в этом был смысл, чтобы не разнесли о них информацию. И они просто всех убивали. И поэтому они возникали, как говорят, как черти из-под земли. И вот был город, раз, вдруг город окружен 5000-м войском этого Лисовского. Значит, они не везли с собой обозов, у них было несколько лошадей, они на них пересаживались. И они в основном кормились, естественно, с места, ну, то есть это были грабежи, убийства, и они убивали всех. То есть туда заходили лесовчики, там практически живых, кто не убежал, все просто погибали. Вот такие это были жесточайшие люди, но в то же время это был очень боеспособный отряд, которые использовали, и, кстати, после смуты, они еще до 1630 года, эти лесовчики, уже погиб их командир, пришел другой командир, это были наемники, они нанимались в различные европейские армии и ценились крайне высоко именно за свои боеспособности. И вот, вот этот страшный человек Лисовский подчинился Ружинскому. Насколько это был вот Роман Ружинский, харизматичный человек. И вот для чего все-таки Роман Ружинский пришел в эти московские земли и чего он хотел. А хотел он интересных вещей, о которых мы сейчас с вами поговорим. На тот момент у Речи Посполитой, которая включала в себя современную Украину, Белоруссию, Польшу, значит, у Молдовы и у Московии был один очень сильный враг. Страшный враг. Крымское ханство. За которым стояла Османская Турция. Надо понимать, что Османская Турция на тот момент творилась экспансия в европейские земли. Вот все почему-то считают Турцию азиатской страной. Это тоже европейская страна,
Вот, была до определенного момента. Ну, кто скажет, что Венгрия – это не европейская, Сербия – не европейская, Албания – та же самая до сих пор, которая исповедует ислам, Болгария, Греция, там и все. Это все было территорией Турции, Османской Турции, департаментами Турции, где стояли янычары. И Украина тоже была под турецкой властью. То есть частью было Крымское ханство, но у нас Османская Турция начиналась где-то за 300 километров по Одесской трассе. Измаилки, Лия, Очаков, Одесса, Гаджибей, Каховка. Приазовье, Причерноморье. Да, это все было турецкие вилаеты, территории, где стояли гарнизоны янычар. И это были опорные базы как раз вот для Крымского ханства. А Крымское ханство – это было очень страшное, тяжелое государственное образование. Почему? Потому что они жили с набегов. Это был особый тип так называемой набеговой экономики. В чем смысл был набеговой экономики? Значит, прежде всего, все мужское население, крымско-татарское, я имею в виду, подлежало мобилизации. Ну, то есть, там, как только ребенок начинал там ходить, бродить, там маленький был, его сажали в седло и учили бою, учили быть наездником и так далее. Как правило, это была легкая конница. Вооружение у них было сабля, естественно, и лук с колчаном из 18-20 стрел. Почему так мало? Потому что татары их с детства учили метко стрелять. То есть, как правило, со второй стрелы, если первая не попадала, то вторая попадала в пятак там, или еще куда-то. То есть они могли стрелять на ходу, с лошади или еще. То есть это было страшное оружие. Стрелы, ну, рахуешь, были... еще хмара, да, стрел на тебя несется, то и вот каждая стрела попадает, да, естественно, так сказать, в цель. Вот. Значит, и вот крымские татары, у них была такая тактика. Городов они не брали, естественно. Значит, все время шустрили по вот этим при нашим степям, о которых я сейчас расскажу, вот эти их ДРГ, там, диверсионно-разведывательные группы, там, 50-100 человек, это постоянно они лазили и отлавливали каких-то людей, там, языков, допрашивали, изучали. Вот, кстати, действительно, типичный вот такой крымский татарин. О, да. Вот такой. И вот они были крайне жестоки. Вибач, я зроблю зауваження, оце, що до цього фото, це ж Деніел Ольбрихський, да, питомий, да, поляк, але, да, ну, наскільки класний актор, грав... це вогнем і мечем, мені здається. Ні, пан Володеєв. А, це ще з пана Володеєвського. Це якраз польські татари. Да. От, він така у нього свирепа пика. От, да, прям, кушать, да, не могу, дайте мені когось зарезать. Да. Ну, так вони були заточені, тому що в цьому состояла їх економіка. І от, как правило, летом, ну, как только земля устаканивалась, где можно было прогнать там эти самые стада, ну, то есть дожди прошли, снег сошел, все хорошо, через перекоп выходила армия. Значит, я там сбросил картинку, если можно вывести состав этой армии. Вкратце можете посмотреть, но это 200-тысячная орда, армия на конях. Да, вот там есть ханы, мурзы, беи. Если кто хочет, может сделать стоп-кадр и посмотреть, как они выстраивались и все. И вот это не просто там какие-то шайка каких-то резанину какую-то устраивали, а это вот организованная сила, которая переваливала через перекоп, как говорится, и растекалась полностью по всем. Там у них же схема была такая. Иде основная орда, від неї в три стороны, да, разъезды. Да. Потом ці разъезды еще на три, да, стороны. Да, и, да, так, да, вона, да, мережою, да, по всему степу. Да. Единый недолик был, якщо наши якихось ловили цих разведчиков, mm-hmm, то, знаючи цю мережу, вони могли вирахувати, вот, ну, якщо сунути когось ногами у вогнище, ну, вот, то... сделал Чорний Богдан. Як звичайно, розповідаю. 12 тисяч, да, отловив на перекопі і всіх уничтожив. Да. І таким чином, за зворотнім алгоритмом вичисляли, да, де основні сили, вот, знаходяться. От ти з руки зняв, воювати з такими людьми повинні були такі ж жорстокі, сильні і умні люди. І тому українські війни – це були сильніші війни в Європі. Я не побоюсь цього слова сказати. Тому що ми з тобою описували, якщо хто хоче, пусть 10-ту часть посмотрит, рейд Чорного Богдана. Ні одна, я уверен, європейська армія на той момент не могла би совершити. А Богдан Чорний совершив, він брал города, конечно, уничтожал все мусульманское население, потому что убита была его мать. А, кстати, у Романа, до речи, Ружинского, у него тоже были свои счеты. Значит, у его отца... Давай, да, можливо, поясним, цей зв'язок між Богданом Ружинським, да, і вже нашим нинішнім героєм Романом Ружинським. Да, вони, да, там, хто, это его дядька. Дядько. Богдан, значит, був дядьком, да, Романа. Його брат був Кирилл. У Романа Ружинського отец був Кирилл. І от у Кирилла Ружинського татари убили першу жену. Вторая жена как раз была матерью Романа Ружинского. Uh-huh. А у Черного Богдана убили мать и забрали жену. Ну, фактически, понимаете, кого взяли татары в полон,
На нем можно было перехрестить и забыть. Это, ну, человек практически живой, мертвый, там можно отпевать. Ну, это если не веди бьют, то ну, там все, рабство, какая-нибудь Туреччина, або далі Венеция, Африка північна. Вот. В чем была задача крымских? Для чего они это все делали? У них задача была одна. Людоловы они были. Они просто, понимаете, мы вот там плачем про бедных афроамериканцев, которых перевозили, фильмы смотрели про этих на плантациях бедных американских. А нет ни одного фильма, который показывали страдания наших соотечественников. То есть есть какой-то фильм «Роксолана», который меня бесит, потому что, а что тут гордиться? Взяли рабыню, слышите, отуречили ее. И мы говорим, ох, Роксолана, смотрите, какая она крутая. Вот она давно переформатировалась, она ничего там общего уже со своей родиной не имела. Такие интриги плыла. Да. Титка ну, была. Молодец, титка, да. Но, честно говоря, как бы лучше бы сняли, как вот я сейчас просто расскажу за 5 минут, чем занимались крымские татары. Значит, они ловили кого? Всех. Вот кого увидели, того и ловились. Молодых, старых, там, женщин, детей с грудными детьми. Они их ловили, как вот в фильме, если вы смотрели «Апокалипсис» Мела Гибсона, да? Вязали их и ставили вот точно, как вот вели тех на жертвоприношение. Эти дробыны такие вот, они надевали на шеи, они шли покорно по вот этим шляхам, так сказать, и все. Я спробую найти такую картинку. Вот. И вот, да, значит, естественно, не все выдерживали. Ну, что такое босиком, кого как взяли под палящим солнцем, без воды, естественно, и тысячи людей, тысячи украинцев, поляков, московитов русских, белорусов, потому что татары доходили до Белоруссии, до Подолья, до Ровно, до так сказать, Полесья. И вот там хватали людей, понимаете, разоряли города. Но города в основном не брали. И вот этих тысячи, сотни тысяч людей, вообще по некоторым оценкам около 2 миллионов людей было татарами отловлено и вывезено в страны Европы. И вот их вели. Кто начинал там немножко кульгать, как говорится, на одну ногу там прихрамывать, просто отвязывали, резали горло и бросали на обочину. И шли дальше. И вот они все сходились, вот как ты говоришь, расходились пятерней, и они вот все сходились в единый кулак возле Перекопского перешейка, чтобы окончательно разобраться с Ясырем. И, значит, вот тут начинались самые страшные вещи. А именно, значит, ну, понятно, женщин, девушек, особенно красивые, это вообще отдельная история. Это все либо наложницы для сексуальных рабства, так сказать, или это прислуга для, так, которые там поменьше, ну, красивые. Я у меня нашел картинку татарского ясыра, але, ну, не дуже вона достовірна, але нехай для иллюстрации вот, будет. Да, и вот, значит, это с женщинами. Мальчиков, значит, ну, там еще палки не хватает, вот они вот так это самое делали. И вот, значит, мальчиков отдавали тоже в гаремы. Это тоже приветствовалось у этих, так сказать, я не знаю, как сказать, культурой, вот, скажем так, да. Мужчин кастрировали, взрослых. А что делали со стариками, те, которые, казалось бы, прошли весь этот проход и дошли уже до конца? На них учили убивать молодежь. Ага. То есть берут старого, подводят молодого татарина и говорят, давай, там, вот тут надо резать, вот тут надо бить, чтобы там он упал. Или запускали степь там, по ходу, чтобы там шашечкой снес голову и так далее. И вот после вот этого, да, причем все отмечали, это я, вы понимаете, не хорроры какие-то вам цитирую. Это все пишут хронисты, историки, которые это все знали, видели или слышали и так далее. Ну, слышали, от, опять же, очевидцев, свидетелей и все такое прочее. Так вот, смысл состоит в чем? В том, что значит, молодежь, когда вот учили убивать, и из них растили вот таких же жестоких, непримиримых людей. И потом, да, ну вот все эти... Это бизнес. Это, вот, да, это был, ты правильно сказал, это была набеговая экономика, это был жесткий... В то время, когда уходили в набег, города Крымского ханства пустели, но там работали рабы. Значит, в Крымском ханстве жило 1 200 000 1 300 000, значит, татар и 900 тысяч украинцев. Украинцев, это наших вот соотечественников, они обслуживали, там работали, и все, ими командовали женки, которые остались на хозяйстве, и все, поэтому у них там все это работало. Ну, тут захоплены в полон, да, в рабство. Да, они, вот, и вот когда они заводили обратно в Киев, прости господи, в Крым, значит, в Крым когда заводили, вот там они уже делились, и вот тоже все историки говорят, делили по справедливости. Ну, то есть, кому-то не досталось, кому-то досталось, вы же понимаете. Ну, кто, как себя подчас набегу, да, проявив. Да, да, они старались, конечно, по справедливости, что если кому-то ничего не досталось, его тоже нужно премию какую-то выписать, там, и все такое прочее. Но и на этом ничего не заканчивалось. Поэтому, когда через Крым проводились эти все невольники, частично они оставались в Крымском ханстве, частично шли в Османскую Турцию, и самый интересный момент, они попадали в Кафу,
Вот, самый крупный невольничий рынок Европы, и там их покупали христиане, итальянцы, ну как, итальянцы, на генуэзцы, венецианцы, там еще кто-нибудь, тоже рабами. То есть не просто они выкупали их. Ну, знаменитая славянская набережная у Венеции. Да, вот, это была страшная, это, во-первых, трагедия. Во-вторых, ну, значит... Если мы понимаем, вот я тоже там направил две картинки, у нас есть административное отделение и есть карта расселения на территории Речи Посполитой, значит, наших уважаемых соотечественников на тот момент. Дело в том, что на самом деле вот эта карта административная, вот насчет того, что захватили поляки. Я объясню вот эту карту. Значит, когда произошла Люблинская уния и объединились между собой Великое княжество Литовское, куда входили до Речи, и украинские княжества, значит, почему вот эти земли попали под корону польскую? Потому что только король со своим кварцианным войском, более или менее, ведь что такое? Ты же не будешь каждый раз собирать посполиторушение. Посполиторушение – это там, когда военная угроза, военная опасность, Московия, Швеция там, или еще кто-то напал. Тогда объединяли всех, мобилизовали, и все шли воевать. Но поскольку татары были постоянной проблемой, нельзя было все время людей отрывать и все. И поэтому было соглашение о том, что данные территории находятся под юрисдикцией, нельзя собственностью. Мы знаем, что король собственности не имел. Почему войско называлось кварцианом? Потому что 25% от доходов короля он... Кварта на свою... на войско, которым он мог лично распоряжаться. Войсками магнатов он не мог распоряжаться. И вот тут, значит, какую-то более или менее защиту можно было организовать. Значит, естественно, в защите южных рубежей принимали и вишневецкие участия, и ружинские, и потоцкие, и все вот магнаты, которые занимали на тот момент ту территорию Украины. Но еще было одно воинство славное, это запорожское, которые как раз построили Сич. И вот там, как это, Сич наша мать, Луг наш батько. Был Великий Луг, который шел по берегу Днепра, территории нынешней Херсонской, Запорожских областей. И его просто называют Диким Полем. Это неправильно, оно не было диким каким-то. Там жили сотни и тысячи людей. Они жили очень интересно, потому что, с одной стороны, ты жил своей усадьбой, а про питание не заботился, потому что палку воткнуло, оно выросло. У тебя тут вишневый там или яблочный сад, там огород, речки, дела. Рыба, шикарная рыбалка, там все, полювание, там все. Более того, над тобой нет начальства, никто тебе не командует. Ты никакой не холопа, ты что хочешь, то и делай. Хотел... Только вбыты может. Вот эта жизнь, она была, с одной стороны, вольная, а с другой стороны, была очень опасна. И как раз опасна она была именно из-за крымских татар. Потому что существовало, как ты правильно говоришь, отловили какого-то татарина, ноги ему в костер засунули, сказали, когда будет навала. Они скажут, ну вот тогда-то, тогда-то. Окей, раздают всем повестки, говорят, так, ребята, надо прятаться. И кто-то в плавни уходил, кто-то в города уходил и покидали. Вот татары прошли, все эти поместья пограбили все, что могли взять. Там пошли дальше, вернулись опять отстраивать это все, понимаете? Естественно, урожай гиб на корню, если это происходило. Естественно, приходилось заново это все восстанавливать. Никому это не нравилось. И прежде всего не нравилось патриотам земли украинской, и тому же самому Ружинскому. И вот мы подходим к самому главному. Так. Что хотел Ружинский? Ружинский прекрасно видел, что Лжедмитрий – это марионетка, что это никто и звать его никак. Но он, тем не менее, захотел его провести на Москву и поставить царем. Для чего? А то же самое, что и должен был сделать Лжедмитрий и собирался сделать. А именно, создать боевой союз против Крымского ханства и Османской Турции. Вместе с Речью Посполитой, вместе с Габсбургами, которые воевали точно так же. Потому что Габсбурги, я имею в виду, это Австрийская империя, куда входила Чехия, куда входила Венгрия, куда входила Австрия и многие другие княжества и территории. Он объявил себя защитником христиан. И он обозначил, что Османская империя – это вечный враг Габсбургов. И они постоянно с ним воевали. Ну, потому что там такая же война шла уже на европейских территориях. Совершенно верно. Мы знаем, турки два раза осаждали Вену, и последний раз ее спас Ян Собеский с украинским и польским войском. Там тоже были украинские казаки, которые... Там и памятник стоит наш. Совершенно, вот абсолютно правильно. То есть украинские воины, еще раз говорю, ребята, это не было то шароварное чудо, юдо, которое показывают смешные малоросы, которые танцуют гопак, пьют горилку и валяются под кустом. Это были серьезные ребята. Вот, кстати, вот они. Вот так выглядел запорожский казак. Вот так выглядел ристровый казак. Вот они нормально одевали в сапогах, в нормальных штанах. У них везде обвешаны разгрузками, как сейчас говорят, где был порох, пули, рушницы. Кстати, сами казаки прекрасно тоже стреляли, прекрасно были наездниками, джигитовкой занимались, рубили там лозу и бошки, если нужно было. И все. И поэтому это было... Потому что, вести залповый вогонь, это треба вміти. Конечно.
Конечно. Они обращались прекрасно с огнестрельным оружием и могли, самое главное, как действовать сообща, так и много действовать порознь. Это были великолепные самоуправляемые универсальные солдаты. И, вот, ще час, вообще, и бойове злагодження, це не на хвилиночку, що зібралася якась голота і одразу всіх побили. Це потрібен досвід, це потрібна вивчка, врешті. Конечно. Ну, от, которая за десятки лет приходила, и почему они называли себя товариства людей побратимами? Потому что это было братство. Это были люди, которые доверяли друг другу. Они просто там, как ландскнехты, разбежались в разные стороны в случае опасности или татары рассыпались. Эти сражались до конца. И вот Ружинский, взяв вот таких людей, понимал, что он дойдет до Москвы. Кстати, самое интересное, он дошел до Москвы и встал под Тушино. Но я немножко забежал вперед. Там есть еще очень интересно несколько моментов. И вот Ружинский понимал, что Лжедмитрий никто и звать его никак. Но тем не менее, он хотел через него зайти на Москву и принудить Москву к совместному миру. Во-первых, он таким выстрелом убил. Убивал двух зайцев. Первое. Он, Московиш, надо понимать, тоже был смертельным врагом Великого княжества Литовского. И, собственно говоря, Люблинская уния-то и произошла, потому что Московия постепенно наступала на Великое княжество. Постоянно шли приграничные бои, постоянно отжимались какие-то территории. Постоянно в Стародубское там княжество, постоянно за Смоленск какие-то драки были, за Полоск, за Псков, там, и за что-то вот это все. И это хотелось прекратить, хотелось объединить это все в единую мощную силу, потому что враг у всех был один. Это Османская Турция и Крымская хан. І враг був дуже серйозний. Вибач, я ще додам, що Смоленськ увійшов до Московії за 100 з лишком років після того, як до Московії увійшли Казань, Астрахань і от це от все. Причому Смоленськ московським не був. Ми ще про Смоленськ не один раз поговорили. Ну, ще ми про нього поговоримо. Так, але просто виходить, там, опять же, ми Смоленська освобождали, а вони його захватували. Тобто, от тут завжди російські історики говорили, що ми завжди осваиваем, если это Сибирь, присоединяем, воссоединяем, если это Украина, и освобождаем, если это касается там Грузии, Армении или еще чего-то там, мы их освободили, да, вот такие освободители. И вот решил Ружинский Лжедмитрия привезти в Москву, но он понимал, что Лжедмитрием надо управлять, так. Ему нужна, собственно говоря, царица Марина Мнишек, которая на тот момент томилась в Ярославле. Якось легитимизовать. Совершенно верно, да. И вот тут зараз будет комедия, я подозреваю. Да, это будет комедия. Зараз пошла масть, как говорится. А именно, Васька Шуйский, даже немножечко забегая вперед, Ружинский стал бить царские войска один за другим. И царь Васька, Василий Шуйский, ничего умного не нашел, как начал своих братьев, ну там же кумовство, вы же понимаете, московская, как говорится, матрица в этой всей ситуации, доверять он мог только им. И он их выдвигал, войска за один за другим. И было такое сильнейшая битва, про которую никто не знает из рядовых наших зрителей, битва под Болховым. Болхов – это Орловская область, и это засечная черта. Это вот, да, надо, Московское царство тоже боролось с крымскими набегами, и вот Тула, Орел – это были пограничье на тот момент. И там, что такое засеки? Опять же, я уже говорю, что татарская конница – это сотни тысяч всадников. И чтобы их как-то стреножить, чтобы они не могли быстренько двигаться, строили засеки. Но это как погран укрепление, только вместо колючки, допустим, да, или как концлагерь, стояли вот колы, вбитые в землю. И вот такие засеки, они были по всей территории проникновения вот этих сомкнутых воинских масс конниц. Это сыграло роковую роль в этой битве. Почему? Потому что здесь Ружинский, он показал себя, как всегда, хорошим полководцем. А значит, у него было около 12 тысяч бойцов, а Дмитрий Шуйский привел с собой 30 тысяч, то есть почти в 2,5 раза больше. Ну, во-первых, сравните масштабы, ребята, извините, там 30, там 12, это очень такая хорошая европейская битва достаточно, но вы про нее не знаете. А почему вы про нее не знаете? А потому что царское войско было разгромлено жестоко. Причем, значит, Ружинский, опять же, здесь применил нестандартный прием, очень хитрый, а именно он начал... Конечно, как всегда, первым пошли гусары. Был удар, но удар надо... Я уже знал, что ты про крылатый гусар заговоришь. Я вот как раз намагаюсь их найти. Ось, уявить собі, зараз виведуть картинку, я сподіваюся, що отак ти себе відчуваєш, коли на тебе мчать крилаті гусари. Треба просто якось зникнути. Удар був. Це дазис дизель-машин. Дизель-машин вибили всіх, але у московського війська, як і у всіх, це були гуляй-города, вони спрятались за гуляй-городами. Вагенбурги. Так. І от Ружинський, він зрозумів одну очень вещь, що потрібно якось зробити небольшую інформаційно-психологічну диверсію. І він взяв вази свои, и запустил их там кругами, и поднял огромные тучи пыли.
И Дмитрий Шуйский увидел тучи пыли, подумал, что на подмогу подходит еще войско. Ага. И он говорит: так, ребята, надо тяжелую артиллерию, потому что, вы же понимаете, пушка, она сама по себе ценность. Во-первых, вся тяжелая артиллерия была проименована, каждая пушка имела имя, на ней был царский знак, печать. И она стоила огромных денег, и поэтому первым делом он говорит: так, давай артиллерию в тыл. А вот эти за Вагенбургами смотрят, артиллерию уводят, говорят: о чем, рыжие, что ли? И тоже побежали. И за ними опять уже ударили и гусары, и легкая конница, казаки, и все такое прочее. Значит, и вот тут как раз засеки те самые, о которых я говорил, там же ж как, там огромная стена, 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 а потом такая калитка. Угу. Ну, специально сделано. И вот вся эта толпа побежала в калитку, естественно, как вот на футбольных матчах, знаете, показывают, там, помните, там трагедии на Ливерпуле были, или еще где-то там с Ювентусом. И вот они набились. Одни по головам, других задушили, и третьи там лезут вперед, и их приперли под эти засеки. И их всех, естественно, войско Ружинского вырубило. Там, кто успел спасся, кто не спасся. И Болхов сдался без боя. И вот таким образом двумя армиями, двумя направлениями, одно крыло вел Лисовский, кстати. Была еще одна битва под Зарайском, но она была менее масштабная. Но что надо отдать должное, Лисовский, несмотря на то, что он был очень жестокий человек, он приказал похоронить ратников, которые погибли, и над ними насыпать курган в память об этих ратниках. Курган существует до сих пор, кстати. Там стоит поклонный крест, и любой желающий может там посмотреть фотографии и так далее. То есть он почтительно относился к телам погибших людей. Это тоже знак и жест определенный. Это не оправдывает его другие злодеяния, но тем не менее, понимаете, тогда существовали какие-то определенные понятия чести, в отличие от того, что сейчас происходит. И вот, значит, Ружинский подошел к Москве. И тут я скажу очень тоже интересная вещь. Значит, опять же, царь Василий опять объявил частичную мобилизацию, опять вышел, значит, вывели войско. И вот тут начинается самое интересное. Значит, царские полки заняли позицию, это российский историк, чтобы вы понимали, на речке Незнание между городами Подольск и Звенигород. Значит, и вот здесь Ружинский обходил их справа, идя из Звенигорода на Вязьму в направлении Москвы. Одновременно в войске была обнаружена измена. Как говорится в летописи, в полках нача быти шатость, хотя ху царю Василию изменити. Это старорусским имеется в виду. Князь Иван Катарев, князь Юрий Трубецкой и князь Иван Троекуров. Запомните эти фамилии, очень важно. Знаменитые прозвища. Да. Обратим внимание, что во главе заговора стояли в основном родственники Романовых. Как завжди. Иван Федорович Троекуров был женат на Анне Никитичне Романовой, а Иван Михайлович Катарев-Ростовский на Татьяне Федоровне Романовой. Надо говорить, что в случае успеха заговора Иван Никитич Романов, который командовал одним из крыльев войск, не остался бы в стороне. Вот мы с вами опять видим Романовы наши, как всегда здесь. Дальше дали буды, ребята. Там вообще анекдоти, вот будет комедия. И вот царь Василий, понимая, что сейчас войско может изменить Эдем вообще кранты, приказал это войско отозвать. Естественно, вот этих вот переименованных людей арестовали, но их не казнили, он побоялся. Рядовых казнили всех без жалости, кто там поддержал их, а вот этих сослали в ссылку. И, значит, и вот Ружинский подходит к Москве. И вот здесь возникает вопрос, мог ли Ружинский взять Москву? Теоретически мог, но он встал именно возле Тушина. И создал тот самый называемый Тушинский лагерь. Почему возникает вопрос? Да очень просто. Человек, который хочет править здесь и править нормально, он не будет заходить осадой, приступом. Потом, естественно, будет грабеж, потому что у него в войске ланскнехты и гусары, которые все, понятное дело, любят трофеи. Понятное дело, что Москва была бы частично вырезана, сожжена там и так далее. Он этого не хотел. Он хотел нормальных мирных отношений. Он понимал, что здесь время должно работать на него. И он стал вот этим Тушинским лагерем. Так само, как в истории час працював на Лжедмитрия ще першого. Да, да, совершенно. Он ту же самую тактику. Но ему... Коли бояри почали присягати, оце да, да, да. И это пошел, этот процесс пошел. Вот сейчас вот мы, ты с руки просто снял, смотри, какая ситуация. Царь Василий тоже решил произвести какую-то свою конкретную контроперацию. И он заключил мир с Сигизмундом III, вазой с Жегемонтом, так сказать, и сказал, что типа давайте как-то там помиримся. А Сигизмунд III очень правильно сказал: слышишь, Вася, ну именно так, Вася, да, значит, у тебя мои поляки. Послы, во-первых, Гонсевские, именитые, это те самые, которые еще приехали на свадьбу к Лжедмитрию I, частично были вырезаны москвичами, а частично их, в том числе и Марию Мнишек, Марину Мнишек, значит, послали в Ярослав, где она сидела. И, естественно, она была в курсе всего происходящего. И они договорились. Это напоминает операцию по вывозу зерна, как сейчас. А именно, значит, делают коридор, вот, всех поляков собирают,
семьями, чадами, домочадцами. И они шляхом определенным под конвоем идут в сторону Речи Посполитой. Чтобы вы... Василь Шуйский фактично використовує їх як заручники. Совершенно для досягнення політичних якихось... Совершенно верно. А вот в обмен политическая речей. Была ситуация, что ты, во-первых, значит, объявляешь всех вот этих повстанцев вне закона, те, которые воюют против меня. Я тебе возвращаю пленников, мы заключаем с тобой мир, и ты не вмешиваешься в московские дела. Он говорит, я не вмешиваюсь в московские дела, потому что у самого... На тот момент Сигизмунда III, значит, были очень большие терки, война со с его дядей Карлом Седерманландским, или Зедерманландским, значит, который отстранил Сигизмунда с шведского престола и казнил его сторонников. Кстати, забегая вперед, царь Шуйский и здесь нарушил этот мирный договор и заключил, откуда появился Яков де ла Гарди. Но это будет уже позже, далее будьте с нами. А пока, значит, огромный польский обоз, потому что ж люди не просто голые боссы шли, они собирали все с собой, потому что думали, там, что назад уже не вернуться, да. Дать деньги, утварь, там все, что надо было брать с собой. И вот, чтобы вы понимали размер этого обоза, конвой составлял 3000 человек, ратников и всадников. Это был огромный, растянувшийся, не знаю, на километры, наверное, обоз, который охраняли со всех сторон, потому что налететь могли кто угодно. Потому что Василий Шуйский взял на себя, естественно, гарантии того, что никого не тронут, не убьют и так далее. И вот тут внезапно Марина Мнишек из Ежи со своим папой говорит, ну, где-то посередине там уже все шли-шли-шли, они посередине леса говорят, а мы никуда не пойдем, мы остаемся. И обоз остановился, а в это время на перерез бросился, Сапега послал, уже, кстати, появился Ян Сапега в лагере Ружинского, и он послал пана Тышкевича вместе с отрядом отбить. Очевидно, что разведка працювала, конечно, и они про это уже знали. И они должны были отбить и так далее, значит... И вот тут возникла дилемма. Но они говорят, слушайте, но все-таки бывшая царица какая-никакая. Мы же не будем ей там вязать руки и бросать навоз там, или насилие применять. Последний раз. Едете с нами или не едете? Говорят, нет, мы не едем. И с ними там их прислуга осталась, челядь какая-то. А босс пошел дальше. Надо отдать должное, чтобы все участники этого рейда, там обоза или заложники дошли беспрепятственно, и все с ними было благополучно. Вот. И вот тут подоспел пан Ташкевич, естественно, прошипани, так сказать, все нормально, давайте пожалуйте в Тушинский лагерь. Вот вашему они... законному супругу. Да, да, да. Она, конечно, понимала, и все историки к этому сказали, что это подставной. Но она решила сыграть, естественно, свою роль. И, ну, это вот они, вот кто есть авантюристы, аферисты, так это, конечно, Мнишики, это, конечно, красавцы еще те. Но все для них закончилось очень печально. Опять же, потом, впоследствии. И вот, но тем не менее, за 50 верст до лагеря она остановилась, говорит, мне надо типа замолить свои грехи. Какие она грехи решила замолить, не знаю, но она остановилась в монастыре, а папа начал торговаться Лжедмитрием II. Ну, он же на каких умовах будем спекулировать? Да. Там, да. Естественно, мы понимаем, что эти переговоры вел не какой-то Лжедмитрий II, а Ружинский. И они договорились, что та признает то все, мы ее признаем царицей. То есть было, ну, естественно, 300 тысяч то ли дукатов, то ли злотых получает сам. Ну, это как само собой, да. Да, конечно. И там чуть-чуть городишек ему нарезают и все такое прочее. Сделка была заключена. Торжественно въезжает Марина, значит, в этот лагерь. Вот, нам кланяется. Слезы, рыдания, как в мексиканских сериалах. Мой супруг, там, моя супруга, и все такое хорошее. Итак, у нас есть... Чудесно спасшийся, да, ну, законный супруг. Законный супруг. Вот они как бы объединились, и вот их, значит, есть царь, есть царица. Но чего-то где-то не хватало. И вот тут мы переходим к комедии, значит. Сапега бросается со своим отрядом в Ростов. Сбивает там милиционное ополчение, да, и его с хлебом солью выходит встречать, кто бы вы думали, конечно, Вася. Ну, в данном случае не Вася, знаете, Сюткин поет, конечно, Вася, стиляга из Москвы, да. Нас Филарет. Митрополит Филарет с хлебом солью. И тут Романов. Романов, совершенно верно, да. Тот самый будущий, вернее, папа будущего царя Миши. Вот. И, значит, тут вообще была разыграна комедия, разыграли его как бы похищение. Значит, посадили якобы насильно в сани. И вот историки говорят, вместо там песовой шапки надели треух какой-то колхозный, там, крестьянский. Вместо там соболиной шубы надели овчинный тулуп. В общем, какие-то пытки, жуткие, недостойные обращения. Короче говоря, его якобы похищают, сажают в эти сани, привозят к Лжедмитрию. Вот. И Лжедмитрий, что, кстати, Лжедмитрий до этого казнил митрополита, епископа Тверского Феоктиста. Вот. Он хотел заручиться властью, а Феоктист говорит, там, будь ты проклят, там, все такое, анафема тебе и так далее. Его пытали очень долго, этого епископа, и казнили. Он причислен, кстати, к лику святых. Поэтому он как-то Лжедмитрий, он был жестокий достаточно такой
Человечишка і не церемонився з духовним саном. На відміну від першого Лжедмитрія, який нікого не стратив. Ну, це були абсолютно два різних типажа, да, абсолютно. По характеру, по поведінню і так далі. Ну, як ми розуміємо, що Лжедмитрій став грати собственну гру, а це була просто маріонетка спочатку в руках Ружинського, а потім він вже стане маріонеткою там в інших руках. І от, значить, Лжедмитрій дає Філарету сан патріарха. Молодець. І тому, да. Потім Лжедмитрій Тушина створює Боярську думу. Тобто возникло два альтернативних правительства. Одно сиділо в Москві, цар Василій сидів в окруженні вірних військ і, звісно, не пускав. А щоб зайти в Москву, понятне діло, що потрібно було йти на штурм, і це повлекло б потери серед мирного населення, і великі жертви, і гибель, так сказати, і розрушення. Вот. І тому цар Василий этим пользовался. Но 80% территории Москвы он не контролировал вообще. И вы вообще, я тут треба віддати належне цьому рейду Сапеги, який витягнув Філарета з Ростова, тому що мова йде не про той Ростов на півдні, який ми сьогодні знаємо, а це Ростов на північний захід за 200 км від Москви. Тобто він обійшов Москву, достався до того Ростова по чужій території, витягнув Філарета, привіз його сюди. Лісовський все время брав Суздаль. Лісовський, вони там шустріли в районі Ярославля. То есть практически вот эти отряды Лжедмитрия, то есть все их называют поляками, чохом называют, но там, еще раз говорю, были украинцы в первую очередь, ну, называют так современным названием. Естественно, наемная пехота были. И вот эти лесовчики, и также донские казаки, которым руководил Заруцкий. Про Заруцкого он возникнет уже в конце всей этой эпопеи Лжедмитриева, мы о нем еще поговорим с вами. Но получилась такая ситуация, что у нас мы имеем с вами, значит, Боярскую думу, Тушинскую. Их стали называть Тушинская власть и московская власть. Но на самом деле, я хочу сказать так, Тушинскому вору, отсюда он получил название Тушинский вор, Лжедмитрий II, присягнули, я еще говорю, около 80% территорий. А мы должны с вами понимать следующее. Кстати, Филарет поцеловал крест Лжедмитрию II и Миша тоже. Вообще, Романова это... Ну, майбутний цар. Майбутний цар, да. Ну, так они и Владимиру потом поцеловали, а потом и им целовали. Ну, в общем, Романова это красавцы, ну, просто. И, вы смотрите, обратите внимание, что ребята не имели собственных войск. Не имели, ну как, они были достаточно богатые люди, но тем не менее не имели какого-то влияния определенного. Но тем не менее у них был талант ждать нужного момента. И когда нужно, они примазывались к чужой победе, быстро тут возникали, говорили, а вот мы здесь, Романовы. С политичным бачением у них был порядок. У них очень хорошая аналитика, разведка, доносчики везде были, понятно. Они обладали везде информацией. И когда понимали, что правда или там победа клонится на чью-то сторону, они выныривали и быстренько присоседивались там, целовали крест, получали свои какие-то там ништяки со всего этого и медленно-медленно ждали своего часа, чтобы ждать, пока этот, кто им дает вчерашние льготы, тоже упадет, и они дальше будут двигаться. И переметнутись від одних до інших, це запросто. Да. Нагадаю, Романови під час змови Шуйського, коли він вирізав весілля Лжедмитрія I, вони в останній момент з'явились, сказали, ми з вами, все нормально. Ну, от красавці просто, да. И сдав при этом своего родственника до этого, между прочим, да. Вот. И, значит, получилось следующее. Два правительства, потом этих будет правительств 5 или даже 6 по всей территории Москвы. Каждая будет, чеканить своего нету, каждая будет давать свои указы, распоряжения. И самое главное, собирать налоги. Мы же должны с вами понимать, что бизнес не стоит. 80% территории. И в основном-то, в принципе, ситуация была следующая. Зашли тушинцы там в какой-то город. Говорят, мы там... Сторонники истинного царя, чудесно спасшегося Дмитрия, подтвердите свои, так сказать, его легитимность и вашу покорность. Все там ходили, ну, как правило, это было в центре, на пороге храма, выходил батюшка с крестом, там все целовали крест, кланялись. Все, на этом считалось город под тушинцами. Оставляли какого-то главу военной администрации, а все, базары работали, все работало, и бабки, естественно, стекались. И вот тут тушинцы, они уже не просто жили на волонтерские деньги или на деньги того же Ружинского, а к ним уже стали идти, как говорят сейчас модно, бюджетные деньги. То есть они уже стали кормиться с тех земель, которые они захватили. В принципе, ну, будем говорить, тушинцы достигли своего апогея и своей цели. Осталась только Москва. Но здесь нужно было ждать какого-то момента, когда что-то где-то как-то звезды не так встанут и так далее. И поэтому у Лжедмитрия была Боярская дума, жена, царица, патриарх был свой, Филарет. А Мария Нагая его тоже признала? Сейчас вот я вот не помню. Давай в следующей серии я уточню, чтобы я тоже заплутал. Ну, первого она точно вызнала своим сыном. А вот, мне кажется, до другого ее тоже приволокли, но треба уточнить. Мы проверим этот факт, конечно, да. Но самый интересный момент, что тушинцы осадили полностью Москву.
И вот тут возникло, и мы, наверное, уже в следующей серии об этом расскажем, первое так называемое ополчение. Вот почему у Ружинского не получилось? Мы подходим так к самому главному. И, ну, как бы уже, я так понимаю, что у нас время там или поджимает, или не поджимает. Не, у нас сейчас шею, шею. Да, доброе. Вот. Дело в том, что само по себе смутное время это не борьба добра со злом, света с тьмой. Это не борьба каких-то, это борьба разных кланов, группировок, который каждый из... И разных матриц, в том числе. Матриц, совершенно верно, которые преследовали свои определенные политические цели. Но если у поляков это была цель впоследствии, которая поставит королевича Владислава, это была цель действительно унии, но они не планировали там захватывать эту Москву, имеется в виду, как эти гитлеровцы в 41-м году, имеется в виду, да? Понятное дело, что это Московия бы там стала частью в виде какого-то воеводства там или царства или еще чего-нибудь, да? Ну, то есть она была бы в личной унии, как Великое княжество Литовское. Это была вот польская такая стратегия и мысль, и все. То у Ружинского несколько была другая ситуация. Он, конечно, хотел сделать унию, но унию не с короной польской, а унию между Великим княжеством Литовским, где 40% населения были украинцы и белорусы. Где люди говорили, как говорят, на старославянском, западно-белорусском, по-разному люди называют. Ну, читайте украинский и белорусский язык, тогда, понятное дело, он не существовал в том виде, в котором он существует сейчас, но, тем не менее, люди говорили на этих языках, диалектах, на речах и так далее. Вот. И вот он хотел создать мегаобразование, вот, как, в принципе, Лжедмитрий Первый, которое бы было бы региональной сверхдержавой, и которая бы в первую очередь своей военной кампании должна была дать, ну, не то чтобы уничтожить, но вытеснить, запереть, скажем так, Крымское ханство надежно, как джина в бутылку, вот, освоить все эти земли, которые были подзаброшены Великого Луга, имеется в виду, ну, понятное дело, не шахты строить с заводами, а именно сельскохозяйственные, так сказать, моменты. Ну, тогда еще промысловой революции не было. Да, не и артерия, собственно говоря, была, Днепро то же самое, очень выгодное, нижнее течение Днепра, это выход к морю и так далее. То есть планов было громадье. Вот это была задача Ружинского. Это что-то на кшталт відновити шлях из варяг в греки. Да, да, во-первых, шлях из варяг. На экономике якого трималася Перша Русь, ну, с центром Києва. Ты видишь, да, вот ты вот сказала, я даже об этом, ну, не то чтобы не подумал, но вот у людей, я всегда говорил о том, что в нациях, в народах и в государствах сейчас существует некий архетип. То есть это то, что давно было придумано до нас, сделано, и оно как-то такими вот импульсами в нашем подсознании сидит. И вот действительно, если бы у Ружинского это получилось, а там как раз был Смоленск, Псков, Витебск, Полоцк, вот эта вот верхняя часть, ну там еще шведов надо немножечко подвинуть бы было бы, а там уже Сигизмунд III бы подсобил бы, он бы взял бы окончательно. У него шведский интерес. Шведские интересы, да. Но это личная уния Швеции и Польши, которая потом боком им, собственно говоря, и вышла. Да, то получилось бы, ну, мощная, во-первых, три моря, или как, от моря до моря Польша, да. Ну, не Польша, а Речь Посполитая. И вот тот проект «Три моря», о котором сейчас там пытаются рассказывать, или Балто-Черноморский союз, опять же, который рассуждали, о котором еще Кравчук там что-то вспоминал в середине 90-х. Вот. Он был бы реанимирован, это было бы очень мощно и очень сильно. Вот. Поэтому у Ружинского были далеко идущие планы. Не просто, как говорят, прийти, пограбить там, что-то там заработать и убежать. Он приходил всерьез и надолго. И вот тут появляется третья матрица, это матрица московская, которая была тоже раскручена потом уже Романовыми, их писаками, историками, чуть-чуть под Фабрина, так сказать, Ключевскими, Соловьевыми и прочими, это с Иваном Сусаниным там, и так далее и тому подобное. Это вот именно мы хотим справедливого царя. Мы, Земская Русь, имеется в виду, вот есть Москва, это там сидят плохие бояры, они что-то там вечно мутят, кого-то сажают, какие-то там цари, которые приезжают к нам то с опричниками, то еще с чем-то, а мы хотим... И надо отдать должное, что, опять же, забегая чуть-чуть вперед, скажу, что частично им это удалось. А именно Романовы считались народными царями. Пусть даже формально, но тем не менее. Они считались народными, потом уже, когда они пришли к власти. Ну, як же ж не народными, вони стількох оббігали, в стількох таборах перебували, що вони всюди. Они как бы им говорили, что, ну, вы, ребята, Романовы, мы вас поставили, будьте обязательствами. И вот у них существовал, кстати, интересный момент, вот слушай, ну, это вот архетип, да? Значит, существовало понятие, периодически Романовы, ну, сначала Михаил Алексеевич, Михаил Федорович, а потом там Алексей Михайлович, выходили в народ.
А как это происходило? При большом стечении народа в храме, там, там заходило, там процессия и все такое прочее. И вот крестьяне там, ну, или люди какие-то там могли подать челобитные. И вот как они подавали челобитные? Проходила процессия, и они челобитные поднимали над головами. Тебе ничего это напоминает? Пресс-конференция президента некой страны. И вот когда этот видел, идет там царь, он смотрит, ага, холоп подает. Помнишь, как челобитную подаешь, холоп, помнишь, Иван Васильевич? Он такой, а ну давайте вот этого. О, бежали там, у него брали челобитную, и там уже дьяки занимались этими вопросами. Вот когда да, классный приклад. Да, там же что же, там, спасите там какое-то озеро, там, или помогите нам, пожалуйста, там все. И такой батюшка-царь сидит, а вот что вы хотели там, а вот это что хотели. Вот, там, вот, вот вас я осчастливлю да, сейчас. Да, 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 ну архетип, ты понимаешь, вот просто, ну ничего не меняется. Вот ты просто поражаешься этому факту, смотришь на это все, и все. Вот такая вот ситуация. Да. Да. И давай про той, мы же миф ще один маємо зруйнувати, ми обіцяли. Да. По-перше, так... про відомого, найвідомішого українського гетьмана, як був, який був нащадком Ружинських. Да. Хто це у нас був? Богдан Хмельницький. Дочь Богдана Агафья Анастасія родила внука, його нарекли Богданом Зиновієм, і Богданом в честь Чорного Богдана. І этот Богдан как раз і був тот самий Богдан Хмельницький. Ви представляєте, от яка от правопреємственність і от яка історія перед нами відкривається. 100 років пройшло від одних до інших. І от пам'ять історична, от традиції. Понимаете, нас же ж вечно тут характеризует, что мы без роду, без племени, непонятно кто, смешные, там только танцуем, спим под плетнем там, и пьем горилку, больше ничего, понимаете? А на самом деле здесь существовало очень четко. Во-первых, здесь существовала своя элита, здесь существовали свои экономические связи, здесь существовала своя сильная армия. Единственное, что, к сожалению, откуда же, кстати, прошли реестровые казаки, потому что квартяного войска не хватало, и поэтому указом короля было принято решение набирать реестр. Казацкий реестр, на зарплату. Да, так сказать, набирать людей. І про ще один міф. От я зараз попрошу показати. Це обкладинка знаменитого Боплана, який написав спогади про Україну. Це було за 50 десь років після наших подій. Боплан – це тут, який построїв Кодак, правильно? Наш Кодак. Так от, щодо того, як виглядали козаки. І, до речі, я дякую тобі. От за... Зверніть увагу, чого ви не знайдете на цих картинках, які ми вам зараз покажемо. Оце те, що нам Боплан показував. А зараз з тих фоток, які я вдячний тобі, Стас, от ти нагадав мені, герби війська Запорізького, покажіть нам, будь ласка, от так. Теж знайдіть те, що от у нас вже ж є якийсь образ козака, так, те, що ми в телевізорі там бачимо, або на Хортиці там аніме-козаки, що вони там тільки не витворяють. І наступне ще, от ще один герб нам покажуть, і ще зображення козаків з сучасної гравюри. Чого немає на цих... Шведське, причому, це шведське. Так, це шведи намалювали, отак наших козаків. Стас, так скажи ти, чого немає... Ні, зараз так, я барабанну дроб, а ти скажеш, що чого не вистачає на цих фото. Отже, больших красних шароварів. Шановні, козаки не носили шаровари. Це були європейські лицарі. Вони носили звичайні європейські штани, які, до речі, пішли від чоловічих панчох ще з середньовіччя, які достойні джентльмани, навіть достойні джентльмани за 500 десь років до того навіть штанів не носили, це вважалось для холопів, а носили панчохи, щоб було зручно скакати на конях. І називались вони бре. Від чого пішло слово бруки? Ну, от, во-первых, дійсно, в шароварах дуже неудобно воювати і їздити на... Спробуй по якихось кущах побігати в них. Так, або на коні поїздити, так. Поэтому, ну, це, к сожалению... Ну, можливо, ні, були, тому що це східна традиція. Традиція, це якраз, ну, опять же, не такі якщо взяли трофеї, широкі, то що ж їм там, пропадати? Да, да, ну, хтось, ну, то есть, не хтось такі огромні широкі, але... як от показано. В, особенно, этот наратив, он був сформирован в основном в годы советской українізації, скажем так. І от когда нужно было показать парадное искусство, это были девочки в веночках, симпатичные, конечно же, и хлопчики-парубки, скажем так, в больших красных шароварах. Це якраз мазанки, кизяки. Да, да, да. Вот это вот, да, Украина воспринимается. Селяни такі, які нічого. Це я вже не говорю о тому, що я ще раз говорю. Кожен козак знав кілька мов, а кожен шляхтич учився. Ну, допустим, Ян Сапега учився в Падуанському університеті, понимаете, і закінчував єзуїтські коледжі, які на той момент вважали самими передовими по науці. А реєстрові козацькі полки, так вони взагалі свій кожен однострій мали, їм вагонними масштабами шилась уніформа без шароварів. Фільмів нет, к сожалению, ребята, продюсери не Валентини. Зробіть хороший фільм про українських козаків. Ну, я думаю, після нашої перемоги ми український блокбастер
історичний, обов'язково ще побачимо. Да. Да. Дякую, Стасе. Да. Класно. Наступного разу продовжимо. У нас багато ще цікавого. Да. Пролються ріки крові. Вже вони вже пролилися на Москві, що нам подобається. Дякую, Стасе. Дякую вам, шановні. Вивчайте українську історію. Це історія перемог завжди. Слава Україні!